Открывая заседание, руководитель республики выразил серьезную озабоченность тем, что за 9 месяцев этого года на пожарах в республике погибли 46 человек. Просто угорели. У кого-то там, собственно, газовое оборудование неисправно, кто-то просто там ни, технику безопасности никакую не применяет. Вот. И то же самое обращение, Владимир Николаевич, к газовому хозяйству. Обход газовиков. Что, как, в каком состоянии. Все, зима началась. По данным Главного управления МЧС России по Мордовии, основные причины пожаров – это несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности, неисправность электрооборудования, нарушение требований эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Анализ, проведенный по пожарам за последние 5 лет, показывает, что с наступлением осенне-зимнего периода количество пожаров в жилом секторе возрастает до 70%. В настоящее время в зоне риска в республике находится около 22 тысяч человек пожилого возраста, а также социально незащищенные группы населения. Артем Сдунов поручил взять их на особый контроль. Это касается как органов местного самоуправления, так и газовых организаций. В течение 2 недель должны быть проведены обходы домов на предмет выявления неисправности печного отопления и газового оборудования, и их своевременного исправления.